Память об одном из лучших снайперов Великой Отечественной войны увековечена на здании Новосибирской школы номер 191. Открыли мемориальную доску земляку. Какими подвигами запомнился уроженец Томской области, поживший в Новосибирске, в сюжете Константина Клещина. Степан Денисенко за войну уничтожил почти половину батальона фашистов. Сибиряк, родом из Томской деревни, стал полным кавалером Ордена Славы. Также Степан Петрович был почетным жителем нескольких городов, где проходил его боевой путь. После войны, окончив институт, жил в Новосибирске, работал инженером. А работал он на заводе «Сибтекстильмаш», который вот здесь рядом. И эта школа была подшефна заводу «Сибтекстильмаш». И многие поколения связаны с этим. И семья жила здесь рядом, и внуки в этой школе. Поэтому это такие, знаете, родственные уже исторические связи. И мемориальная доска их закрепляет. Лучшего способа для патриотического воспитания школьников, чем конкретный пример служения Родине перед глазами, едва ли можно найти. И уголки памяти должны быть в каждой школе, считают депутаты городского совета. На 138-й школе, это тоже округ, тоже Ленинский район, частный сектор, аналогичная ситуация. Не было ни одного места вообще, куда можно вот так же в праздник прийти. Тоже мы с коллегами, так сказать, скооперировались и... 2 года назад тоже открыли мемориал. Теперь каждый праздник – торжественное вложение, возложение цветов. В 191-й школе ребята еще до открытия мемориальной доски уже вели свою исследовательскую работу по биографии Степана Денисенко. Он начал службу в период вооруженного конфликта на Холхенголе, а затем прошел всю Великую Отечественную войну. Константин Клещин, Родион Токарев, Новости ОТС.